называется, пошло, все, стена. Но одна вот такая шайба, как сегодня Кори Кроуфорд, легко может рассыпаться, как песок. Какие-то объяснения, Леш? Ох, какая передача на пятак и 4-1. Ну, красотища. Трой Брауэр. Ну, сегодня все почти шайбы Чикаго. Очень красиво. На заглядень, действительно. И, ну, тут даже сказать нечего. Мало того, что и опять зажали в зоне, здорово позиционно отыграли. Ну и, конечно, завершающую стадию великолепно. Ну вот сегодня дважды отличились игроки второго звена, Капецкий. Болан забросил центр форвард третьего звена. И вот пришло время звена под номером один. Передача капитана Джонатана Тейвза. Я так понял, и Кейн тоже очко набрал. Ну, как тут бросил, а? Обратите внимание, вот сейчас